Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем играть с вами в Zoom. Да, друзья, многие сказали, что продолжай, давай еще продолжение. В общем, эта игрушка действительно вам понравилась, да и мне тоже, потому что здесь есть боссы. Серьезно, в Zoom, оказывается, есть боссы, и притом она, ну, в таком высоком качестве, притом она, по-моему, даже на Android есть, вы можете ее скачать, так потихонечку поиграть. Ну, на iPhone тоже, блин, на iOS. Есть. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита, друзья. Если вы тут первые, не забудьте поставить лайкочек, а также подписаться на канал. Мы с вами продолжаем ностальгировать. Итак, мы открыли с вами тихую деревню. И здесь тоже будет какой-то босс. Блин, и мне капец интересно продолжить игру. Так, мы сразу, опа, мы сразу, кстати, стартуем, смотрим. Блин, какая зума! Я только зашел, или это... Я понял. Так, давай аккуратненько, осторожненько бить наши шарики. Посмотрел я, друзья, еще на ютубе всякие различные видосы. Там даже какой-то, я не знаю, есть хак. Какой-то есть хак, который позволяет зуме вот так вот быстро стрелять. И каждый уровень проходится чуть ли меньше минуты, секунд за 40 где-то, представляешь себе? То есть я пока тут думаю, размышляю, как же, куда же мне это выстрелить? Там, блин, с помощью программы... Ну, это, конечно, нечестно, друзья, мы с вами честные братишки, мы с тобой будем аккуратно так проходить, все так осторожненько, зеленое к зеленой, блин, что-то тут особо... Особо-то что-то как-то не очень... Оп-оп-оп, желтое, есть, у нас точность теперь появилась... Так, зелененькая, синяя, красная, синяя. Да, давай, откат! Быстрей. Вот. Отлично. Все, практически уже с тобой закончили, но рот уже открывается! Все. Топь! Зумапауа, топь. Блин, водяная дыра. Меня зовут Мага-Мага. Мага-Мага. Огромная пицца. Пицца? Блин, ну на кой фиг вы напомнили о пицце, друзья? Ну блин, да вы что, офигели совсем конкретно? Кушать захотел я. Будь здоров, по пицце-то особо... Правда, я, друзья, заказывал, блин, одну пиццу, вы офигеете. В общем, есть у нас такое приложение Гилма. Ну, вы, блин, господи, вы тоже по-любому знаете. Это понятное дело. Вот, и там скидка, ну, знаешь, там на всякие... Ой, да на все вообще есть. Скидки, и там 50% скидка на пиццу. Я такой, а почему бы и нет? Дай посмотрю. И я просто офигел. Я приехал, ну, знаешь, там можно было выбрать курьер. Ой, как хорошо, я выстрелил, а? Как я молодец. Вот, и решил я что-то, блин, друзья, а почему мне самому не приехать, самому его сделал? И офигел, друзья, эту пиццу! Короче, выходит мужичок из гаражей. Ты прикинь! Зумапала! Ой, блин, нет, погоди, я что-то... Так, бонус у нас есть, отлично. В общем, чувак выходит из гаражей. То есть они пиццу делают в гараже. Это просто охренеть. Иногда лучше не знать, где делают и как делают наши продукты. Но пицца очень вкусная. Очень вкусная, друзья, честно вам говорю. То есть отзывы там хорошие, но, видимо, никто самовывоз не заказывал. И я просто офигел. Как-то особо, ну, второй раз не особо хочется, хоть и вкусное, но, блин, насмотришься этого всего. Лучше даже не знать, как делать там колбасу лишний раз или еще что-нибудь. Так, блин, да куда ж ты, господи, ну-ка погоди, друзья. Тихо, смотри, рот-то уже какой, а! Черт возьми. Так, давай, возврат, давай. Пипец. Так, топ бы мне пригодилось. Синяя, красная, зеленая, отлично, давай назад. Офигеть.
Капец, я волнуюсь, друзья, потому что, ну блин, такое желтое. Точность. Хорошо, пусть будет точность. Фу, так это только второй уровень, прикинь. А, ну да, второй. Знаешь ли, я знахарь. Мага-мага. Ёка, ай. Нифига себе, блин. Зума офигенная игра. Я вам говорю, друзья, качайте, качайте, не пожалеете. Офигеть, смотри, что происходит тут. Так. Увлекательно они сделали. В первой части, конечно, такого, по-моему, не было, что можно было перемещаться куда-то, там всякой такой штукой заниматься. Желтые, желтые. Давай, давай, возврат, возврат. О, как замечательно, слушай, пошло. Неплохо. Взорвалось, но очень фигово. Нифига. Ты куда? Нифига мы с тобой сейчас. Как я такой. У меня есть множество магии. Наполнишь кожуму, чтобы остановить новые шары. Видишь, я поначалу думал, что вот надо как-то на клавишу какую-нибудь нажимать, а оказывается, нифига. Этап 14, спирали. Блин, мне предыдущая катка понравилась. Очень сильно. Очень сильно, друзья. Так, вижу зеленое, красное. Желтое, так, красное. Ну, мог выстрелить, но, видишь... Но выстрелил, да? Опа, чё это за штука так такая, блин? Но она, к сожалению, сейчас пропадет, видишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня все уже в глазах просто путается! Так, зеленая. Так, давай, останавливайся, все. Так, опять бананы какие-то. Ешь бананы, ешь кокосы, чунга-чанга. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, весело поем. Так, желтая, красная, красная. Так вот делаем. О, вот это было круто. Отлично, отлично, отлично. Еще красный? Да куда, блин, вы... Ай. Попал, идеально. Потому что мне всегда бы такую штуку, я бы попадал, наверное. Ладно, пофиг, пусть так будет пока. О! Да куда ты все назад и назад стоять? А, не, она вперед и вправду, друзья. Смотри, она как-то... Что-то как-то странно даже, она все назад едет. Нормально вообще? Все. Да, то есть она вот как бы пошла. Хорошо. А мои рабы Тики делают очень больно. Тики. Колодец, 15-й этап. Давай. Оп! Ай, как хорошо, блин. Стреляю. Оп! Так, зелененький шарик. Нам надо куда-нибудь так. Так вот. Слушай, они вообще, капец, стали очень быстро, эти шары. Я вот смотрю на это все, и у меня глаза... Я не знаю, мне надо, чтобы один глаз как-то туда, другой сюда смотрел. Пипец. Я что-то вообще не могу. Так, хорошо. Уй! Во, как оказывается, можно-то, блин!
Зеленая, зеленая. Так, синяя. Не знаю, друзья, как вам с курсором. Может, вам курсор особо не нравится, то, что он как-то так все-таки, может, мешается чутка. Так, отлично. Возврат. Прям слышу, как будто, знаешь, возврат денежных средств. Почему-то у меня в голове вот это вот постоянно. Знаешь, эти подобные, блин, проблемы с картами. Иногда что-то, блин, операция не выполнена Сбербанком, все дела. Не знаю, у меня что-то вот это сейчас в голове прям. Так, синяя-синяя. Плохо, что синяя. Что-то я о синей-то особо... Так, давай. Хорошо. Красная, желтая, красная, синяя. Все, отлично. Так, ну, сложновато становится. Итак, что ты мне новое скажешь? Моя магия слепит тебя. Уже чутка осталось до этого босса. Смотри, два рта. Точка достигнута. Было бы здорово, если бы вы были здесь. Еда, которую вы никогда в жизни не пробовали. Если ты потеряешь все свои жизни, начни с этого уровня. Отлично. Спасибо огромное. Правда, мы пока еще ничего не теряли. Мы как-то вообще так нормально. Блин, нифига себе. Чудеса, просто чудеса. Да нет, как-то мы... Оп-оп-оп-ап-ап. Офига себе. Так, синяя. Не, бонусы я пока не могу эти подобрать как-то. Красная, синяя. В смысле? Рот уже раскрыл. Ты чё, блин? Офигели. Офигеть! Надо было только в другую сторону. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Давай-давай-давай-давай. Да, отправляйся, Зума, давай. Мне бы больше бонусов этих бы. Конечно. Да черт, не туда. Шар-то пригнал. Комбо есть. Вот, давай, возврат, возврат. Есть. Да блин. Так, 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 стоп, 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 сосредоточься, сосредоточься. Сосредотачиваемся, друзья. Отлично. Ну, черт. Дальше идем. Моя магия сильна и зловещ. Да блин, ты только говоришь. На словах ты Лев Толстой, на деле простой. Вы поняли. Так, оп, оп. Красненькая, желтенькая. Оп, 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 оп. Да, супер так быстро, знаешь, вообще не получается. Хочется вроде как быстрее, а наоборот хуже. Стану лица. Это что такое, спиннер? Похоже очень на спиннер. Слава богу, их больше нет. На! Так, правильно. Ух. Потихоньку, знаешь, устаешь от этой игры, потому что она, блин, требует от тебя все быстрее, 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 быстрее. Типа, не тупи, не тупи, давай быстрей. Так, зелененькая, зелененькая, вот-вот-вот-вот-вот-вот, что-то зеленое, спиннер. Есть! Красная, зеленая, синяя, синяя, красная.
нервничаю, друзья, потому что все это как-то очень близко. Довольно. О, Много бонусов пропускаем. Много бонусов, конечно, пропускаем. Хорошо, хоть они под конец. Они, кстати, под конец, смотри, они как-то медленны даже. Вот, два зара, давай. Идем дальше, идем дальше. Чё скажешь, мага-мага, это от раздавленный враг. О, как. Ну ничего, нам это не страшно. Нам это не страшно, друзья. Так, начинается игра. Тут, видишь, я слишком просто смотрю. Они же шарики эти... Можно как-то даже по-интересному их уничтожать. Ну куда ж ты, ты... Вот ты папуас, по-русски-то говоря. И лучше всего, конечно же, стрелять нам вон туда вот. Так, есть красная топ сейчас будет. Это я знаю. Чё-то, блин, они наступают и наступают. Ну-ка, друзья. Так, есть, хоть немножечко, минуточку-то дайте мне, пожалуйста, блин. Есть. Тут, черт возьми, напрягайте и напрягайте меня. Ах, ты что ж ты будешь делать-то, а? Слушай, прессуют. Конкретно. Так, 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 так. Черт, не вижу вообще хороших таких вариантов. Ужас, 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 тихо. Фу, погоди, погоди. Я что-то вообще, у меня уже начинает все это сливаться. У вас тоже или нет? Вернуться. Срочно на помощь, мама! Жизнь, ой, мне дали жизнь вовремя, потому что мы сейчас просрем. Это ты вовремя мне дал, я тебе скажу. Ой, дурак, блин. Черт. Тихо. Не трогать. Красава, 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 зума. Так, спокуха, спокуха, Петруха. Сразу стреляй куда надо, блин. Красавец, 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 давай, аккуратно. Есть. Есть. Молодец, молодца, молодца, блин. Все равно, друзья, все равно, я вообще не могу. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Отлично. Ужас! Ужас просто, блин! Спокуха! Мы сегодня вывезем! Давай, назад, 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 блин. Топь. Фу, нам повезло, нам чисто просто сейчас везет. Но мы были на грани. Я вам скажу, мы просто были на грани с тобой. Пипец, чуть не... Ты чувствуешь это? Чувствую, чувствую. Вот теперь я чувствую. Господи, кататель. Нет, 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 нет. У меня что-то реально с глазами. Блин, у меня это все сливается и прям как... Ой, блин.
Много в эту игрушку, видимо, нельзя, друзья, играть, потому что, ну, реально начинают как-то глаза так... Здесь бонус есть. У нас, по крайней мере, жизни есть. Меня это радует. Отлично, 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 отлично! Даже их запихнуть-то вот сюда вот давай. Да фиг с ними. Так, возврат пошел. Оформлен. Блин. Ну такое что-то, если честно, это все. Есть, есть, есть. Пусть немножечко зум поработает. Так, тройной, вот так вот. Отлично. Капец, друзья мои. Стоп, а где вообще... Тихо! Эй, блин! Так, череп уже почти здесь. Ты достаточно смелый. Я с каждым уровнем понимаю то, что это капец сложно и сложно. Подкова. Ну давай, давай, лягуха, готова? И музыка, знаешь, нарастает такая. Как папуасы из Новой Гвинеи. Так, начинаем. Вот вам красную сюда. Сюда вот, например. На. Так, отлично. Вижу красное. Хоть как-то, чуть-чуть. Вообще, по идее, вот эту лягуху надо обязательно на бонусы про... Я все, блин, друзья, видите? Вау! Вау, вот это было супер! Он какого-то одного цвета, в общем, шарики вот эти вот. Офигеть, офигеть, офигеть. Тихо. Есть, попал. Назло вам. Да блин, куда желтый-то пихать? Капец. Просто капец. Не знаю, хоть сюда вот. Давай, засовывай эти шары, блин, гребаные. О, сейчас пошел комбо. У меня чисто просто глаза, я говорю, друзья. Туда-сюда, блин. Так, возврат, возврат, возврат. Только благодаря этому мы и живем. Серьезно. О!
одна осталась, блин, тут. Ну, друзья, я не знаю, что там за босс будет, но мне уже тяжко. Новый кубок. Пришло время для волшебного приговора. Вич... Ведьма-доктор... Ой, блин, волшебник-шаман контролирует двух рабов Тики, которые защищают его днем и ночью. Долго... Тут... Да, короче, босс битва. Итак. Так, раз. А мне что, их надо победить? О, как. Вот это даже круче. Ага, то есть если... Если чё, они... Ох ты, блин, отравлен! Всё наоборот, прикинь? Так. Тихо, тихо, тихо. Главное не отравляться. Я уже это понял. Ещё главное не просирать шары. Потому что, видишь, если прокакаем шарики, то будет фигово. Да как это? Травлен, ты гад! Ползучий. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тяжело, тяжело, друзья! Мамма мия, дольче вита, ла-ла-ла-ла-ла! Да! Угага! Как бы сказал дядя. Уга! С помощью соуса буга мои рыбы-тики потерпели полное поражение. Куда девалась моя магия? Рыбит! Мы прошли босс, друзья. Зона открыта. Зона затерянный город. Ну что ж, друзья, как вы поняли, дальше будет все сложнее, 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 сложнее. Если вам понравилось и вы ждете дальнейшего продолжения, обязательно ставьте лайкосик. На этом все, бай-бай, дорогие друзья.